Андрюша, сфоткай. Андрюша, сфоткай меня. Андрюша, сфоткай. Я твоя. Андрюша, сфоткай. Андрюша, сфоткай меня. Андрюша, сфоткай. Улыбочку. Я твоя. Это тупо ужас. Перед самым Новым годом купаться, это ужас. Я блять. Кажу, тут помидоры заказали. А где тут кульки? Пойду вижу. А, нет. Секундочку. Я не знаю, что там прорывалось, конечно. Это я кулек как-то прорывал. Мне надо найти маленькие помидорчики. Сколько огурцов? Ну, я написал один, но я держал, что... Нет, подготовочка к Новому году, блядь. Ого. Всем да нет, ты не снимай. Андрюха, да. Когда буду уже все. Надо саму подготовку тоже показывать. Вот то все готовы. Разжигатель, блядь, Андрюха. Тут так не получится. Тут только без. Отвалим. А сейчас будет взрыв. Так, взрывы нам точно не надо. Для салютов еще рано.
Подготовка полным ходом к Новому году. Там еще костерчик у нас есть. Если выйти подивиться, конечно. Вот. Майже догорели. Ага. Так. Заходим назад. Что, что шампурак упал? Ну да, я ж помыл. И что, ладно, хорошо. Не, те новая была, пару штуки больше, блядь. Ну. После тех, блядь. Значит так. Не на настрой. Кто говорит, блядь, не пиши сейчас. Блядь. 36, 5. Оль, 5. 5. Да. А, в основном вся Америка виновата. Скажи. Скажи, то есть мы с Америкой не воевали, то есть есть война политическая. Скажи, Олег, если б я жила, а мы жили в Америке, не буде. А мы жили в Донецке. О, а він жив на Кубі, буде. Когда Америки не буде. І тебе позвали, ти прийшов вбивати мене? Ні, звісно. От так само люди, вони не хочуть вбивати. Какой-то территории, не считай, а это, блядь, а ты знаешь, что Кавказы, хуязы, блядь, уже нас стоят. Я захватил. Уже базы. Украину захватила Америка. Уже базы стоят, американцы. Ты что, блядь, ты поймешь, они базы стоят. А где говорится, а вот, вот Советский Союз. Я не о том говорю, да не, не Советский Союз. Качают бабло. Забудьте за Советский Союз. Хай качай, хай качай. Ну, да не вопрос. Вас можно попросить, вы, если вы 5 минут подождете и назад нас. И не забудь нажать на Дик. Приятного просмотра! Всего хорошего! Всего хорошего!